Приветствую всех стратегических жевжиков, а также сочувствующих им примкнувших. Это продолжение ФФА сериала за Эфиопию в Sid Meier's Civilization 6, поэтому если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии. Ссылка на нее есть в описании к этому видео, всегда лучше смотреть с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо им за вдохновение. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Блин, а что я там делал? После того, как уже загрузка все прошла, он может ходить? Да. У меня нет. До сих пор еще. А, стоп. Нет, все нажал. Через... Да, он, мне кажется, уже такой рассинхронный идет. У нас все окей. У нас все окей. Ну тогда ладно. Кто-то дамбу расфигачил мне. Ну и, собственно, цел вылетел. Ну и круто. Спасибо за игру. Да, спасибо вам. До ночи. Так. Какие гранты? На самом деле. Промышленная зона. Я на вот этого инженера фон Брауна надо набить. Блин, интересно, бразилец вроде даже взял верование на покупку покупку зданий в кампусах, но типа библиотека, просто кампус, библиотека, университет. Ну так-то у него веры было мало. Ну, да я бы не сказал, тут, типа раз, два, три священных места. Ну, и, понятное дело, ни одного центра коммерции, ничего, ни дорог. Грязюка сплошная в Бразилии. Самые шикарные места у Египта были. Угу. У него тут просто все кампуса на плюс 5. Практически. У меня... Места были, ну, не очень, прямо скажем, прям такая плоскость. Да. Но, тем не менее, что-то вытащил оттуда, из этой плоскости. Да, но мне кажется, тебе надо было быстрее вправо селиться. Потому что вот справа, ну да, то есть я довольно долго, если ты, я не знаю, ты видишь Аддис Абебу и Харер? Ну, Харер вижу. А, да, ты не мог, я просто не пошел туда разведчиком, я не знал. Там
У меня проход в одну клетку, причем сверху через горы. И кроме того, вот в этом закутке справа от амбуаза, там был лагерь варваров, который наспамил к этому моменту просто кучу юнитов. И я Харер просто очень долго не мог поставить. У меня, наверное, городов уже 6 было. То есть ты это, вот это место как раз... Была... У меня лояльность там была сильная, я не мог там ничего сделать. Ну да, потому что моя столица, да. Там прям под столицей тяжело удержать. Нет, надо было просто идти тебя на кепках завоевывать и все. Я а ты бы если только Харер захватил, а дальше без шансов. У меня же столько науки веры немерено. Я бы юнитов спамил, и я бы пришел к тебе нафиг пограбил. Я просто пришел бы, пограбил бы, и все. Нет, я бы тебя пограбил. Ты бы захватил Харер, дальше ты бы не смог пройти просто. Там невозможно. Да нет, почему? Возможно. Ну как? О, круто. Опять зенитки не сработали. Индус предложение. Опять я клетки забыл поменять столицы. Как тут с фон Брауном? 11 ходов, у Индии 10. Но я по идее... Так, а кто ученого этого последнего выкупил? Индус? О, Египет плюс 100%, отлично. Тут 1500, да. Понимаю. А сколько у тебя довольства в городах? Ну, сейчас минус 2, минус 1. Минус 2 в основном. С таким грохотом подлодка каравеллу заатаковала. О, а чё не захватил? Да ладно. Ну. Ну вот. Так.
Так, ну следующим ходом мы его, видимо, заберем. Содержание ядерных... Блин, ну их мало у меня. Вот ты гад. Аксум. Что тебе Аксум сделал? Куда долетело, что ли? Долетело. Ну вот у меня тоже эта ПВОшка ничего не сбила. Ну, замечу то, что она тебя не сбила один раз. Ну, так ты и кидал только два раза. Ну, а ты кидал раз семь, по-моему. И у меня там везде ПВОшки стояли. Есть еще уран? Да, у Франции уран еще. Вот у него где уран. Ехать. Почему робота нельзя купить за веру? Так, ну вот этого парня я вроде как получу. Блин, ну он уже три доделал проекта.
Блин, где глобализм? Вот это, наверное. Что-то мне кажется, я проигрываю тут индусу. Я-то этого заберу, но он уже три проекта завершил. Сейчас последний делает, откроет, в принципе. Ну, вообще там вопрос, насколько я ускорялки смогу построить. Как много и как быстро. Вот это, конечно, то, что мне тут вот расфигачили, это трындец. Это важная фигня оказалась. А, у меня еще и пингалу убрали. Класс. Нифига мне этот корабль уже. Так. Этого парня забираем. Смотрим, какой следующий. Нормально. Еще и тут космопорт поврежден. Да что ты? Нет, давайте, наверное, аквапарк сначала. Сколько еще ходов загрязнения будет? Один ход. Да. Какая-то пирова победа. Сначала на виду натворился от меня, теперь он обратно возвращается.
через ход. Так, пока последний проект не закончил. Так, мы вот тут вместе. Межпланетный полет тоже откроем. Но я не смогу пока ускоряться. А он сможет. Ну что там, Париж не будешь забирать из ядерной? Да никому он нужен. Я не могу за Веру попасть, потому что у меня здание... убита, которая позволяла это делать. Достроились строители в Ресифе. 10 ходов строились. Когда я еще бразильца забирал. Замик, эти захват тебя мне ничего не дало. Ну только то, что минус конкурент. Ну да, зачем? Там уже сейчас Ганди улетит. Ну вот именно. А так бы ты улетел. Ну, нет. Да. Я ну, в общем, настолько... Ганди я ничего не мог сделать просто, вот и все. А я вот как раз таки мог. Я контролировал тебя и Ганди, а тебе до Ганди... Да. А если бы вы замирились, и что? Так мы бы не замирились. Почему? Заключили бы союз, мне кажется, ты вполне мог улетать. У тебя больше науки было. Ну, больше науки это ничего не значит на такой стадии. У меня космопорты не были построены. Я специально не строил, строил ядерки, строил зенитки. Ну, в общем-то, был занят делом. Ну, правда, ни то, ни другое ничего не помогло. Не, я на тебя, кстати, напал тупо потому, что я видел, что ты... не достроишь проект Манхэттен до окончания нашего союза. И я понял, что у меня как минимум хода два есть покидать ядерки. Ну только мне потом еще ядерки надо построить. Да. Не, у меня за два хода до окончания союза достроился проект Манхэттен, и я там успел склепать ядерку одну, которую запустил в железо. Думаю, то, что типа, и радостно, типа, эх, и эта термоядерка, сейчас она тут разнесет два центра города. Там защиты никакой не будет, там как повезет, не повезет, ну, блин. Короче, ну, ты, кстати, там успел, мне как раз самолет построился в Харере, и ты мне его убил. Сейчас что-то произошло. О, блин, у Египта огромные боевые роботы. Да, там предупреждали про это. И что он идет? Атаковать Лакаку? Я, пожалуй, с ним мир заключу. К этому меня жизнь не готовила.
такому. А, Бразилия, город восстал. Столица Бразилии. Так я, получается, бразильца вынес. Производства мало. О, вот это Сингапур, кстати. А хрен я его заставил. Так, давайте Омани туда. И Пенгалу обратно домой. Но это долго он будет возвращаться, конечно. Блин, вот то, что я в джин еще не построил космопорт, это упущение. Так, Ламбуази. Термоядерка, там шпион. Нет, тут у меня тоже, блин, вот эта ядерка и вот сюда. Очень нехорошо. Так, а долго на Сингапур? 5 ходов. Что отвалилось? Тулуза? Ага. Так, ну тут надо объехать. Да, ты прикалываешься. Не, ну это прикол. Ну охренеть. Да, он мне в меня две ядерки кинул, все они пролетели, несмотря на РСЗО. Ну... Почувствуй мое разочарование. Да. Это трындец.
Где он тут построил? Еще и Париж обратно отбил. Да. Ну, тем не менее, еще есть шансы. Да, блин, где глобальная... Где глобализм? Да. Чё погибло? Строителей. Так, ну космопорт еще жив. В принципе, у меня 3 космопорта, да? Мало. Космопорта это мало. С индусом вместе тут. И он закончил последний. Ну, я отстаю. Несомненно. Даже вот не знаю, давайте Египту лошади или нет. Чувствую какой-то имбаланс. Что там будут человекоподобные роботы на лошадях скакать? Это же трындец. Это же 4 робота. Слушайте, где глобализм? Я что-то все пытаюсь открыть и... Тут что ли? Ну, глобализм-то где? Ну, там, где карточка на производство. А производство чего? Караваны, плюс производство к караванам. 5, что ли, там?
Не, ну 19 ходов. Вообще что-нибудь мне надо из того, что тут есть? Я думаю, нет. Ну, я не знаю, я не могу кинуть ядерку в индуса, к сожалению, к моему большому. Надо было человекоподобных роботов строить. Совсем про них забыл на самом деле. Вот там у этого есть человекоподобный робот. Нет. Да. Нет. Нет. Фига себе подано сколько всего. Боты. Ну, по идее, да, Адис Абаба, но он может Харер захватить. Я имею в виду человекоподобным роботом. У него там производство где-то, а? Ну, эти реактивные бомбардировщики против. Тем более он вообще не прокатит. То есть он... Это основной. Робот без ничего. Слушайте, а я вот отсюда-то могу, наверное, да? Блин, у меня дружба с ним. Ну, сколько ходов? 3 хода запуск. А это уже 2 световых кода, да. Не успеваю. Ну да, дед... С победой я не успеваю. А сколько тебе осталось? Так мне еще одну. Мне еще одну эту экспедицию отправить. 3 хода. Угу. А ты уже улетаешь на 2 хода. Ну да, еще сейчас 2 проекта закончится. Даже не знаю, может, надо было Египет дозабирать сначала. Ну, просто там человек уже ливнул. Я бы решил, что еще у меня один соперник француз. Я не ожидал, что так быстро улетит. Вот это, вы знаете, вот на самом деле вот это место очень серьезно. Давайте до мультика доснимем. Что? Давайте до мультика досидим. Ой, не... Это что-то, ну... Давай тогда просто Shift-Enter тогда. А сколько ты улетаешь? По 2 святых годов? Не, ну сейчас 2. Он в следующем ходе уже 4 будет, получается. Я думаю, что ему хода 3 осталось. Да нет, больше. А я через 3 хода только закончу последнюю эту. Вот я тут очень много потерял производства, тут кто-то... Слушайте, а кто из вас мне дамбу разрушил? Я.
Ну вот это, наверное, основным стало, что я не успел. Что это просто кучу производства у меня убрало. Шпион сыграл. Конечно, очень по-дурацкому сделано то, что к союзнику нельзя сажать шпионов. Но это хорошая механика в плане. Это тупо в плане историчности, конечно. Но в плане механики это очень хорошо. То есть ты либо дружишь с человеком, либо шпионишь, одно из двух. Потому что это, ну, по-хорошему же это все-таки, ну, как это, недружелюбный акт шпионажа. Ну, давайте, Shift-Enter, что мы там сидим? Раз мультик, то мультик. У меня сейчас будут роботы, блин. Роботы болеть? Говорю, будут роботы. Так у тебя же уже был робот. А сейчас будет еще больше. Еще больше? Да, сейчас еще три. Он более огромный, да, конечно. Ну, кстати, моя тоже ошибка, что я роботов не сделал. То есть термоядерки — это круто, но я бы роботами очень хорошо тут пользовался. Тем более у меня тоже есть... Да, вот, плюс здесь боевая мощь против наземных и морских юнитов, например. Shift-Enter, Shift-Enter. 5 световых лет. Там было 1, 3... 6, 11. Это заход. Что да, заход? Ты можешь сказать, сколько у тебя сейчас? Что, у него 5 световых лет? То же, что и вот. Я думаю, что он пролетел где-то 11 лет. Ну, сейчас посмотрим. Ну, 159-й год. Не, ну получше стало. То, что юниты меньше набирают опыта, это лучше, по-моему. Ну, это очень непривычно. Так, мы только три космопорта, тут да? Нужно думать, как отводить. Заменять их. Чтоб они отличились. Просто уже до мультика добиваем. Возможно, мне стоило больше сделать упор на забирание вот этих ребят тоже. Когда они ушли. Больше купить юнитов и просто вот это все забрать. Но дело в том, что кельт он никакой в плане усиления. Ну что это? Плюс два компуса. Что-то упоролся в эти ядерки. Я, конечно, забросал ядерками и не дал французу выиграть, но я как бы сам от этого ничего не получил. Я просто забросал француза ядерками. И что? Где профит для меня? То есть, что он на меня не напал? Так мы могли и договориться, чтобы друг на друга не нападать, заключить союз, например. И я мог, наверное, дозабирать Египет, а француз, возможно, готов. Ну, блин, я боюсь, что тогда мы просто втроем кто быстрее улетит. Видимо, так было бы. А так как я могу только, собственно, во француза тут бросать ядерки, я решил побросать ядерки. Сейчас было бы смешно, если бы Клеопатра на последнем ходу культуру выиграла. Да не, там невозможно. Не, бот они не любят. Было бы смешно, если бы Виктория выиграла религию. Вот это было бы смешно, потому что бот как раз упарывается во все эти миссионеры, а мы так как уже забили на него.
Кому это что, центре разнесся? Блин, нафига я тут стройкой занимаюсь. И мало космопортов я построил на самом деле. Ну это похоже, что последний ход. Ну, вот. Должен быть, да. 161. Ну, 162. 162. О, прибежал миссионер Англии. Сейчас. Сейчас будет религиозная победа. Не, ну ему там индуса надо обратить. 3-6. Ну ему как вообще кого-нибудь, по-моему, надо обратить. Там, если типа больше половины. 3-6. Ему надо всех обратить. Нет, там надо всех. Половину городов всех. Так, вера. Да. Культура нафиг. А, вот и все. Ну, с победой. Сейчас я гляну. Сейчас хочу глянуть, сколько у меня не хватило. Не, мне еще два хода надо было бы. Еще два хода. То есть даже не следующего. Ну, все-таки Эфиопия приятная цивилизация, конечно, и территорию мне еще такую тут завезло. Но тут повезло, на самом деле, что Египет как-то пассивно играл, потому что у него намного все лучше. Ну, и ошибка была в том, что он космопорты строил. Угу. Защита. То есть сейчас, в данной мете, если когда ты выходишь вот в последнюю эту информационную эру, сначала надо проект Манхэттен и ядерки, а потом уже космопорт. Он никуда не денется. Ты успеешь, а вот без городов и закиданный ядерками уже все, хана. Так, ну ладно, спасибо всем, спокойной ночи. Да, спасибо за игру, спокойной ночи. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!